Вы хочу познакомиться с Викторией. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Виктория представляет территорию мужского стиля. Вот я как бы, чтобы не ошибиться, я что-то прочитал. Виктория, что подразумевает под собой территория мужского стиля? Территория мужского стиля – это стильные аксессуары, так как мужские, так и женские, с помощью которых любой человек может выразиться и показать себя в лучшем свете. Хлопці не мають бути розмазнею. Вони повинні бути стильними. Хто як не справжній чоловік знає, як здивувати дівчину мрії. Все, що треба, це трохи фантазії, смаку та бажання сподобатися дівчині, яку ти обрав. А для цього відведена ціла територія. Територія чоловічого стилю. Здесь есть браслеты, здесь есть кулончики, здесь есть кошельки, запонки, всевозможна мужская бижутерія. Вот как вы думаете, насколько вообще мужчинам необходима так называемая атрибутика вот такого фасона? Я думаю, мужчинам необходима атрибутика такого фасона, потому что мужчина, я опять-таки повторюсь, должен выражаться, и без бижутерии это, мне кажется, тяжело сделать. Нужно подчеркнуть себя, и это можно сделать с помощью нашего магазина и выбрать что-то подходящее для себя. А что за производители здесь представлены? Здесь представлен Beko Australia. Это австралийское производство, австралийская технология делается. Все не портится, не облазит, все хорошо носится, все очень красиво и качественно. Территория мужского стиля. Мы сегодня здесь и покажем вам, что можно здесь приобрести. Виктория, как я говорил, что мы не обошли внимание и девушек, да, вот как называется правильно, шамбала, да? Это украшение на запястье носится, можно под любое вечернее платье, под любую одежду одеть, чтобы самовыразиться. Оно красивое, с камушками разного вида, и разных цветов, и под разную одежду. Виктория, скажите, почему она пользуется популярностью, и я за последнее время, за полгода, я только и слышу шамбала, даже я выучил. Название от производящего слова «камбала»? Наверное, потому что в данный момент это самые актуальные красивые браслеты, которые могут подчеркнуть красоту женского запястья.